Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев, и сегодня мой авторский ритуал, как всегда, или метод, как снять порчу с костей. Иногда бывает наводят некротические воздействия и так далее, и начинаются проблемы с костями, с позвоночником, с черепом, руки начинают там всякое изводить и так далее. Как это снять с помощью черемши? В принципе, это сибирское больше всего растение, есть они достигают разного размера, там называется еще медвежий чеснок, вороний чеснок, то есть названий очень много. Вот, но нам нужно не луковица, он очень на цветение чеснока похож, с фиолетовыми такими шапками. Нам понадобятся листья ивонные, листья любые, можно даже подпорченные, ничего страшного, не бойтесь. Ну, я вот нашел такой, так сказать, в огороде, свеженький, обмытый. Что нам надо? Мы берем лист, мы принимаем хотя бы душ, моемся хотя бы, да? И потом просто вот этим листом вы просто говорите во имя Велеса, так как это больше черемша относится к богу Велесу, вот, в славянской традиции. Вы прикладываете к больному месту и просто водите, то есть как будто трете по больному, ну, вот, буду показывать, грязная, вот я ее взял только с куста, вот. То есть вы трете по больному какому-то там месту. И просто говорите против часовой стрелки, естественно, вот так делаете, да? И просто говорите Велес, батюшки, батюшка, переклади на черемшу мою болезнь с костей. И с каких костей там? С рук, с ног, все перечисляете, да? По позвоночнику проводите, если с человека убираете. Действует очень быстро. Я много раз так делал, так что с клиентов убирается быстро это все, вот. Особенно с копчика вот убирается, с креста очень хорошо, тоже бывает туда удары многих людей. Вводите, потом вы делаете следующее. Я просто показываю декоративную соль. Потом берете обычную соль и этот лист, которым поводили, посыпьте его солью, сложите в мешочек. Каждым листом, там допустим три листа у вас черемши, вы ими поводили. Вот, солью засыпали. После этого вы берете все это. Ну, не соль, естественно. Вот, солью, черемшу вы относите под любое дерево и туда закапываете. Постарайтесь закопать в листья, в землю, вот, чтобы оно, земля приняла на себя это все. Потом вы просто выливаете туда молока в дар Велесу и уходите, поблагодарив. Ничего сложного. В течение дня у некоторых сразу результат, то есть боль проходит, как будто обезболивающие приняли. Вот, то есть уходит, это не просто боль ушла, это именно негатив уходит, некротика чаще. Вот, ничего сложного нету, сами почувствуйте. У некоторых тепло появляется, когда водишь вот так, я у клиентов водил, у них тепло появляется. Вот такой совет мошенникам тоже, так сказать. Всем удачи, успехов, с вами был Александр Чуф, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет много чего интересного. Делитесь видео, комментируйте. Удачи!